Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Краснодар и Костанай, Питер и Уфа, Волжский и Кузнецк и еще некоторые города России представили на Кубке страны 14 команд. Всего порядка 80 участников. Все спортсмены титулованные, поэтому предвкушают судьи. Борьба будет острой. Основная ставка на психологическую выдержку, хотя обычные критерии битвы никто не отменял. Соревнования по нашим моделям проводятся в разных классах. То есть существуют различные технические параметры и два масштаба – 32 и 24 масштаб. То есть каждый день мы будем проводить по одному классу моделей. Сначала проводятся предварительные заезды, потом полуфинал и, соответственно, финал. До финала далеко, а старт совсем близко. В закулисье моделисты одной из орских команд соблюдали абсолютное хладнокровие. За плечами у ребят уже несколько соревнований, поэтому, считают они, такой подход наиболее оптимальный. Кроме того, парни твердо решили, что должны бороться исключительно за первое место. Среди основных соперников орчане отмечают спортсменов из Питера и Кузнецка. Очень тесная борьба. Там буквально на полкруга, может, будем опережать, может, будет чего-то не хватать. Ну, будем учитывать свои ошибки. Словом, дух дружеский, царящий на Кубке, оказался сильнее соперничества. Даже получасовую задержку открытия из-за временного отсутствия электричества почти никто не заметил. Да и вообще, гости остались весьма довольны приемом орчан и организацией соревнования. Заранее были договоренности с двумя гостиницами также. В нескольких квартирах команды проживают. То есть ребята, приезжие команды, очень довольны размещением, обеспечением, довольны питанием, которое производится во второй школе. То есть все организовано на высоком уровне, и условия, то, что все находится рядом с Дворцом пионеров, очень людей, приезжих, очень радует. Первый блин организации в Орске всероссийского мероприятия по автомодельному спорту оказался весьма румяным и ароматным. Набраться опыта помогут еще и соревнования в феврале и марте. Весной в гости ожидают юниоров из Украины и Белоруссии. Светлана Станкевич, Александр Демидов, служба информации, ТРК «Евразия».